Купальный сезон открыт. В минувшие выходные Фурманов принимал у себя айсменов со всей Ивановской области. На Никольском водоеме состоялось сразу два чемпионата. 13-й открытый региональный по плаванию в холодной воде и 6-й по марафонскому плаванию. Среди участников маржи из Иваново, Савинского района, ну и, конечно, сами хозяева – фурмановцы. Кроме этого, мы сегодня практически открываем очередной осенний-зимний купальный сезон. Для фурмановских маржей и тех, кто приезжает к нам, уже это 41-й период, то есть 41-й год. Мы уже плаваем в ледяной и в холодной воде практически круглосуточно и летом с 1975 года. Температура воды 6-7 градусов, но присутствующих это нисколько не смущает. Бодро и бесстрашно прыгают в воду, а еще бодрее выходят из нее. Они плавают круглый год. Вот. И летом, и осенью. Причем холодную воду и ледяную они даже любят больше, чем летний период, когда вода теплая. Организм закаленный, они адаптированы к любой воде. Поэтому вот вы на них сегодня посмотрите, вы будете ежиться, они будут чувствовать себя прекрасно. Эстафета, марафон на 100 метров, индивидуальные заплывы по возрастным группам. Все дисциплины в режиме нон-стоп. Марафонскую дистанцию первым преодолевает Алексей Титов из фурмовского клуба «Нептун». Соперники шутят. Он, как никто, знает здесь все глубины. Все равно еще тепленько так не ощущается, давай, так как зимой. То есть практически не чувствуется, как летом. То есть никаких таких негативных ощущений. А какой негативных? Просто никакого такого стресса нет сейчас. Среди женщин лучшей в марафоне стала Светлана Гущина из Иваново. И это серьезная заявка на лидерство. Ведь в холодную воду сегодня она нырнула впервые. Дебют, первый раз. Марафонец летних игр, чемпион ВТА по военно-прикладному плаванию. А вот зимним спортом только в этом году занялась. Первое ощущение. Просто восхитительно, бесподобно и быстро привыкаемо. Советую всем заниматься. Три раза. Обратите внимание, самый маленький участник наших соревнований. Давайте пока аплодируем. А вот еще один дебют. Трехлетний Миша впервые отважился окунуться в холодную воду. И это уже большая победа маленького человека над собственными страхами. Ну а среди взрослых командой лидером стал фурмовский клуб «Нептун». Эдельвейс «Экстрим» и «Пингвин» из Иваново заняли второе и третье место соответственно. Следующие заплывы для тех, кто не боится холода, пройдут в ноябре. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурмовский район.